Да ладно, расслабься. Это наши виверны. И мы их инкубируем. Правда, что-то... Ты сам видишь, они особо никому и не нужны. Смотри, смотри, я нашел ивентового волка. Ивентовый волк. Теперь у меня будет скин. Вот это да. Блин, какое же классное начало дня. И виверны вылупляются. И скин на волка есть. Вот это да. И еще погода такая прекрасная. Смотри. Кайф. На нас напали. На нас напал Tribe Zero. И еще несколько китайских трайбов. Мы начинаем дефаться. Они идут на нас с гигами. И они строят фоб. И пытаются запушить нас турками. Наша задача не допустить их сюда вовнутрь. Нельзя их запускать. Блин, две гиги. Две гиги, но я думаю, с двумя гигами мы здесь сейчас справимся. Наши альянсеры Трайб ГРУ тоже пытаются пушить их с той стороны. Они готовят контрудар. Так, гиги уходят. Мег. А нет, это парась. Это парась. Так, ну гиг я сейчас хорошо понервирую. Так, ну и парасю тоже, на всякий случай. Они начинают выставлять там свои турки. Свой мини-дот. Смотри. Вон они там бегают из-за угла. Пытаются нападать из-за угла. А где остальные? Судя по всему, их там явно не три человека. Остальные разворачивают фоб. Либо уже файтятся с Трайбом ГРУ. И патроны вечно не вовремя перезарядка. Так, ну-ка уйди отсюда. Ючик там орёт, а? Смотри, боятся, боятся подходить. Боятся. Отступают. Блин, да... Сейчас, 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 скорей, 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 скорей. Снайперку надо поменять. Снайперку надо поменять обязательно. Ух, ничего себе, он в атаку побежал. Все, поменял. Поменял я снайперку. Взял немножко патронов и взял главное. А? Мое главное любимое оружие. Видал? Дамажит-то он получше по поросям, чем снайперка или лук. Так, ну где они? Где они? Давай, давай, парась, иди сюда ближе. Блин, не достреливаю. Давай ближе, ближе, ближе подходи. Ты смотри по мне, как работают, а? Шотганят. Воу. Ну, парась, что ты ждешь? Давай танчи. Давай танчить, парась, ты чё ждёшь? Не нравится мне у них эта пауза. Смотри, они рушат наш спам. А Рипер пытается держать нас на расстоянии. Чё за гадость, а? Так, мы их немножко отпушили. Трайб ГРУ нападает на них с той стороны. Пока они отвлеклись на него, мы рушим их дот. Рушим их турки, рушим их фоб. Есть. Фоб отключен. Фоб отключен. На две стороны они явно воевать не умеют. Так, а где файтинг-то? Где основной файтинг, пацаны? Где? Где кипиш? Тут что-то все слишком тихо и спокойно. О, это что такое? Ох-ох-ох. Рипер. Рипер, рипер, рипер. Носорог. Блин, носорог. Чей носорог? Наверное. Ух, ничего себе, там где-то файтинг происходит. Так, нужно сменить план. Оу! Ты смотри, как снайперы шмаляют, а? А, есть! Куан поймал. Поймал их снайпера за углом. И затапал он тапом. Так, парась. Давай, парась, давай. Давай, один на один. Так, парась, носорог, рипер. Второй парась! Они застроили уже двух парасей. Так, судя по всему, сейчас будет жарко.
Два порося сейчас начнут прорываться к нашим позициям. Нужно срочно готовить великов. Ну все, они пошли в атаку. Они пошли танчить. Ага, ага, не нравится тебе мой велик на 1500 урона, да? Так-то вот. Так, нужно отступать. Нужно немножко отступать. Блин, как же лагает, а. Ух, ё-моё. Нам удалось их немножко откинуть, но они не сдаются. Вот этому челику на ютике надо бы немножко испортить жизнь. Да что такое? Текстуры, что ли? Еще нет, урон проходит. То проходит, то не проходит. Там проходит, а там не проходит. Так, парась, 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 парась. Пацаны, наготове! Пороси идут, наготове! Будьте наготове! Так. Ага, пороси остановились, думают. Что случилось? Почему перед ними появился какой-то незапланированный объект? Ух, так, обходят, обходят. Срочно, срочно на великов. Срочно на великов, давайте, пороси. Давайте. Не стесняйтесь. О, есть. Ты посмотри, он отступает, он на дистанцию. Он не подходит ко мне близко. Они продолжают рушить наш спам. Так, есть, парась, походу заблудился. Заблудился, потерял. Вот это было близко. Ай-яй-яй-яй. Какая гадость, а, мерзость. Ну, валим отсюда. Скорее. Рипер прям четко бьет в одну точку. Парась заблудился, парась точно заблудил. О, это было вообще близко. Так, ну-ка, на велике что-то выходить опасно. Но я думаю, именно этого и добиваются. Воу! Они именно этого и добиваются, чтобы я не выходил на велике. Они простреливают и не дают мне высунуться. Сейчас попробуем найти лазейку. Метка, конечно, стреляет. Заблудившегося порося нужно отсюда прогнать. Ты смотри, смотри, как сразу запаниковал. Как он занервничал, а? Смотри, сваливает, сваливает. Заблудился, смотри, потерялся. Он пытается свалить, но он застакался. Стамина, блин. Так, нужно подойти сюда. Все. Сейчас я по этому поросю как следует отработаю. Сейчас. Смотри, он без наездника, что ли? Он, походу, может вообще без наездника. Они пытаются, может, засвистеть. Смотри, он не может пройти. Он нервничает, он явно нервничает. Ему явно не нравится мой велик. Велик у меня стреляет очень четко. Наносит очень хороший урон. Он пытается спрятаться в текстуре. Он пытается спрятать свою коробку в текстуре, смотри, чтобы гранатометы его не подбили. Но все равно, он остался без коробки. Еще один-два выстрела и точно все. Коробки у него не будет. Уходит. Пороси прорвались. Но мы его застроили. Сейчас мы его тут быстро размотаем. Но как стамина не вовремя, да, закончилась. О, есть баф. Есть баф, сейчас мы его. Он здесь долго не продержится, да и деться ему некуда. А спам они сломать не смогут. Им до ворот не добежать, учитывая, что у нас здесь гига и турки. Все, минус парась у врага. Отлично. Отлично сработано. Так, выходим на так. Нифига себе, выходим на атакующую позицию. Это что, Ферокс был, что ли? Блин, так. Чтобы гиги не мешаться, и чтобы обстреливать врага, хорошо, нужно найти хорошую позицию. Ты чё? Стой, блин, куда ты его креоподишь? Отсвистывай его, уходи. Блин, минус гига.
Опять парась. Ух ты, блин, парась пошел в атаку. Не смотри, Феракс. Парась закрывает. Феракс. Вот он, Феракс. Феракс пытается меня сбить с велика. Парась опять заблудился. Они его пытаются. Нифига себе. Это было близко. Это было опасно. Давай под бафом порося. Сейчас мы ему тут уколов-то понаставим. А? Это что было? Это как? Что-то очень все опасно. Они пробрались к нам прям близко. Капец, разрушили весь наш спам. Феракс. Это Феракс разрушает ворота, походу. Плюс гранатометчики. Скорей. Нужна броня. Нужен шлем. Без шлема никак. Ох, все, переоделся. Переобулся. А все новенькое. А где все? Тут полно китайцев у стены. Наши гибнут. Наш Терезинка погиб. Ой-ой-ой, китайцы подошли совсем близко. Они прям смотрят. Я вижу их глаза. Ты смотри, как стреляет, а? Ну хорошо, хоть без аимов. Блин, да что это такое, а? Вечно не вовремя. Сейчас я вынесу другую артиллерию. У меня завалялась как раз одна такая штука. Ну, где вы там? Где вы там? Сейчас я шмальну. Ну, блин, там и был, конечно, морозок. Так, что там происходит? Луджо, осторожно! Феракс! Блин, Феракс опасный зверь со своими камнями. Чуть не убил. А, блин, поезд. Яд. Та-та-та-та-та. Чуть было не задел. Что-то как-то все очень напряженно. Очень напряженно все происходит. А где же классический пиу-пиу-пиу? А самое главное, где все наши? Я здесь как будто бы один. Я больше никого не вижу. Что затеял Луджо? А, Луджо будет наступать. Нужно поддержать его огнем максимально. Нужно убрать этого Феракса отсюда. Ой, не туда. Гига вражеская. Нет. Куда? Стой. Нафига? Блин, турки. Они уже выставили свои турки. Прямо на входе в пещеру. Ай-яй-яй. Черепаха, блин, это уже совсем плохо. Это уже мощный танк. Наши пытаются оседлать черепаху. Блин, здесь гига нужна. Тащите скорее гигу. Без гиги мы с этой черепахой не справимся. Отступают. И стой. Черепаха, стой, ты куда? Ты куда убегаешь? Ты смотри, как чешет. Да убегаешь, ну-ка стоять. Смотри, он прячется где-то здесь. Блин, ничего не видно. Так, Манага. О, люблю, когда Манагу оставляют без присмотра. Ее можно так по-тихому слить. Гига явно ждет меня. Ну или кого-то еще. Ты че? Совсем дурак, что ли? Ты смотри, какой рокет-раннер, блин, мамкин. Так, на гиге. Так, нету на гиге. А куда убежал? Гига, валим. Ладно. Сейчас, нужно перевести дух и снова в атаку. Гига, походу, без наездника, что ли? Нет, кто-то на ней сидит. А, боится.
Сейчас паук! А? Он что, хочет велика моего грабнуть, что ли? Ай-яй-яй! Никого не грабнул. Парась, парась, пацаны! Тревога, парась! Паук, паук, паук! Паук перепутал кнопки. Это хорошо. Так, велик. Велик скорее. Где? Мой. Там мой. Найс. Парась, заблудился, пацаны. Бьем порося из всех оружий. Парась заблудился. Смотри. Пытается свалить. Не нравится ему мой велик. Через какое у него там седло. Что он так нервничает от моего велонозавра. Ну и у меня велонозавр не абы какой. Смотри, уходит. Нет. Блин, смотри, как-то он танчит необычно. Сейчас моего. Ха-ха. Ну, сейчас-то он побежит. Странно. Почему остановился? Что происходит? А, все, отсвистали, наверное. Убегают. Опа, бежим. Скорей. Стой. Куда, дурак, что ли? Куда ты лезешь? Ты че? Блин, какой храбрый велик-то у меня оказывается, а? Смотри, пытается сломать нашу клетку против Монак. Фероксом ломают. Стратеги, блин. Интересно, какой там шлем на Фероксе-то, а? Что он такой смелый, отчаянный? А то он как будто вообще не боится. Так. Видать, опять их пушек ГРУ. Наши снайперят. Они опять куда-то отступили, наверное, отвлекаются на ГРУ. Как я камень-то поймал, словил четко, а? Еще и турки их работают, а? Так, пацаны ставят спам. Деком стреляет по Волду. Все, он пошел в контратаку. Сейчас будем переходить в контратаку. Будем их танчить. Давай. Гоу. Побежали. Черепаха. Блин, ты посмотри, они сразу пытаются подбить коробку. Сверху откуда-то. Пытаются подбить коробку. Ай-яй-яй. Они там плотно засели. У них и тек, у них и... Чё только там нет. Их смотри, сколько там много. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, новая броня. Снова в бой. Что тут происходит? Парась. Блин, лаги. Парась подкрался совсем близко. Это плохо. Но мой велик ему тоже не нравится. Ты смотри, а? Ферокс-то, блин, знает свое дело. Пацан на Фероксе четко отрабатывает свою еду. Не могут пройти или не могут развернуться. Давай, Волк. Мы вместе с тобой справимся с этим поросем. Куда побежал? Смотри, как у него велик стоит насторожен, а? Черепаха, давай! Все по черепахе! Велик Волда, давай по черепахе, давай! Она бесишь! Ты смотри, что он делает! Белло, shoot from the ass! Блин, я видел все, на что велик стрелял задом! Смотри, это OP Velo! Он стреляет задом. Черепаха увидела, побежала. Она не смогла пережить такого. Смотри, убегает. Вот это да. Задний велик. Вот это поворот, а?